Здравствуйте. Почему мы не хотим звонить своим родителям? Почему мы так редко это делаем? Ведь мы любим их. У нас хорошие родители, они любят нас, мы любим их. Я не беру те случаи, когда вы находитесь со своими родителями в откровенных контрах. Когда вы не понимаете друг друга, постоянно ругаетесь. Нет. Почему точно так же ведут себя и люди, которые любят родителей? У которых нормальные отношения. Но тем не менее, почему-то звонок к родителям, он постоянно откладывается. Мы начинаем себе объяснять, оправдываться, что у нас куча дел, что необходимо сделать одно, другое, третье, а с мамой разговаривать это долго, а мамины разговоры неинтересны и тому подобное. Почему так происходит? И почему те советы, которые дают нам психологи, они не верны. Да, они иногда помогают, но при этом они не верны. Я уже четверть века занимаюсь математическим моделированием нервной системы. И на этом канале я знакомлю с практическим, прикладным значением данной модели. Каким образом знание принципов работы нашей нервной системы может помочь вам изменить вашу жизнь, стать счастливым, стать общительным человеком, стать спокойным, удовлетворенным жизни, успешным человеком. Все это функции нашей нервной системы. И если понимать, как она работает, все это может нам помочь. Так каким образом наша нервная система вообще связана с тем, что вы не хотите позвонить маме, своему самому любимому человеку? Дело в том, что по нашей нервной системе, по нашим нервным волокнам протекают только электрические сигналы. Там не протекает любовь, там не протекает ненависть, картинки, запахи, звуки. Нет, только электрические сигналы. И от того, как эти сигналы протекают, в каком направлении, с какой скоростью, с каким сопротивлением, и зависит наше поведение. Все наши знания, весь наш опыт – это результат формирования, постоянного формирования связи между нервными клетками. Образование огромного рефлекторного комплекса. Но чтобы он работал, нужно электричество. Откуда его взять? Есть только одна структура в нашем организме, которая поставляет электричество для нашей нервной системы. Это рецепторы. Они превращают все виды окружающей энергии в электрический сигнал. Все наши рецепторы можно разделить на две большие категории – внешние и внутренние. Внешние превращают в электрический сигнал энергию окружающего нашего мира – солнца, земли, воды, воздуха. Внутренние же реагируют на изменения внутреннего состава нашего организма. Но резкое, сильное изменение состава, состояния нашего организма мы воспринимаем как боль. То есть таким образом, для того, чтобы работала наша нервная система, возможны только два источника энергии. Это окружающий нас мир и боль. Те самые пресловутые метод пряника и кнута. И каждый раз, когда срабатывает какое-то воспоминание, какие-то наши знания, какой-то конгломерат памяти, то по нему должно пройти электричество. А электричество пойдет какое? Энергия космоса или энергия боли? То, при котором создавался данный рефлекторный комплекс. И если ваше воспоминание создавалось в то время, когда вы испытывали боль, каждый раз, вспоминая об этом, вы будете эту боль испытывать. Почему? Да для того, чтобы заработало это воспоминание, нужно взять электричество. Откуда? Из боли же и возьмем. Теперь мы достаточно близко подошли к этому понятию. Как? Почему наше восприятие родителей вот такое? Почему мы не хотим? Почему мы откладываем звонок? Да потому что первые годы нашей жизни очень тесно связаны с нашей мамой. Где бы мы ни были, мама всегда рядом. И все воспоминания, которые в это время сформировались, они все связаны с нашими родителями. И это воспоминания счастливые, когда мы получаем энергию от внешнего мира. И это же воспоминания болезненные,
Потому что когда мы болели, мама всегда была рядом. Наши родители всегда присутствовали здесь. Почему я говорю «мама»? Ну, к сожалению, в наше время все-таки папа меньше участвует в жизни ребенка. Но если папа хороший, то в дальнейшем как раз вот это и будет причиной, почему позвонить папе будет сложно. Да потому что, когда вы вспоминаете о своих родителях, вы вспоминаете и то, как вас любили, как вам было хорошо, эти воспоминания срабатывают. И точно так же срабатывают воспоминания о боли. И вы испытываете дискомфорт. Я не хочу позвонить маме. Ну, мне не хочется. А вы прислушайтесь к себе. Когда вы говорите, что я не хочу, мне некогда. У меня там свои дела. Еще какие-то отмазки придумываете. Вы прислушайтесь к себе. И вы почувствуете физический дискомфорт. Именно физически. Где-то тянет, где-то давит, где-то болит. Где-то сердечко колотится, желудок там у кого-то схватывает, еще что-то, что угодно. Именно вот эту боль мы не хотим. Именно от этой боли мы отталкиваемся. Именно поэтому мы не звоним. Мы подумали, мы испытали боль. Нет, я не буду больше об этом думать. Я не хочу боли. И родители в данном случае тут ни при чем. Родители являются не более чем триггером, пусковым механизмом вот этого рефлекса, несущего боль. А теперь скажите, что нам советуют в этом случае делать психологи? Сепарироваться от родителей. Исключить их из своей жизни, вы живете своим, они свои, не надо принимать их близко. Да как? Как вы можете не принимать? Это ваши знания, это ваш опыт. Все, что мы запомнили, остается в нас навсегда. Не перекрывают сознание. Если вы выучили таблицу умножения, это не значит, что вы забыли, как писать буквы. Это абсолютно разные локусы воспоминаний. Приведите такой пример. Ну, например, скажите, как красиво. И что в это время вы вспомните. Например, пусть это будет закат. Хорошо. Скажите другую фразу. Какая же красота! Что вы вспомните? А может быть, свадебное платье? Похожие слова, но насколько разные ваши воспоминания. Потому что эти слова являлись триггерами для разных локусов памяти, для разных рефлекторных комплексов ваших знаний, вашего опыта. И поэтому попытка сепарироваться от родителей, она ничего не даст. Я уже сказал, что этот способ сработает, но он неправильный. Можно сравнить его с чем? Например, с такой ситуацией. Человек сломал ногу. Ему говорят, нужен костыль. Нужно ходить на костылях. Поможет? Поможет. Но правильный ли это совет? Пока вы пользуетесь костылем, вам легче. Но это не поможет вам срастить кость. Если кость по какой-то причине срослась правильно, все, вы костыль отложили, совет про костыль был правильный. Если же кость сломалась со смещением, да, или с ущемлением нерва, сосуда, еще что-нибудь, то когда она срослась, и вы будете ходить в дальнейшем всю жизнь свою с костылем. Помог он вам? Правильный был совет? Неправильный. Правильный совет в данном случае – воспользоваться костылем, но правильно сопоставить кости, чтобы они срослись. И совет психолога – сепарироваться от своих родителей сродни вот этому совету с костылем. Бегите, бегите от этих воспоминаний. Но они ваши. Нельзя убежать от себя. Нельзя убежать от своих воспоминаний. Вы будете реже видеться со своими родителями. Да, вы реже будете использовать их как триггер для того, чтобы сработали ваши рефлексы. Но тем не менее,
это ваша жизнь, вы периодически все равно будете об этом вспоминать. Чем больше боли завязано на ваших родителях, тем реже вы будете стараться вспоминать, но тем не менее это будет. А как же с этим справиться? Опять же, советы психолога. Выработайте новое отношение к своим родителям. Вы взрослые, они тоже взрослые. И сейчас надо как-то отодвинуть эти свои воспоминания. Я уже сказал. Да, вы можете сформировать новый рефлекторный комплекс. Правильно, можете. Но старые никуда не делись. Какой из них сработает, новый или старый? Вы можете придумывать различные варианты, почему. А на самом деле все достаточно просто. Сработает тот комплекс, который доносит мозгу больше электроэнергии. Чем больше поступает электроэнергия, тем более работоспособна наша нервная система. Тем лучше эмоции, позитивнее эмоции мы испытываем. Потому что эмоции – это индикатор количества электрического тока, поступающего в наш мозг. Больше никакой функции они не несут. Когда тока мало, мы в глубочайшей депрессии. Когда его чуть больше, мы находимся в раздражении, в гневе. Еще чуть больше, мы становимся спокойными людьми, уверенными в себе. И когда тока поступает в мозг максимально много, мы счастливы, мы рады, мы любим окружающий мир, окружающих людей. Так как же эту ситуацию можно будет переломить? Да, можете убежать от нее, сепарироваться, пореже общаться с родителями, не звонить им, потому что это вам больно. А можно попробовать использовать метод аппаратной психотерапии. Суть этого физиотерапевтического метода – восстановление нормальной работы нервных путей. Восстановление оптимального электрического сопротивления. И тогда энергии внешних рецепторов станет достаточно. И энергии боли организм не будет использовать. Рецепторы внутренние, они имеют очень маленький коэффициент полезного действия. Они тот самый костыль. В этот момент они могут нас поддержать, но этой энергии очень мало. И они включаются только тогда, когда электрическое сопротивление наших нервных волокон очень велико, и внешних рецепторов энергии не хватает. Вот тогда приходится по сусекам подбирать все, что только возможно. Если же сопротивление уменьшилось, необходимость в боли как источнике энергии исчезает. А если исчезает эта боль, то исчезает и страх. Исчезает вот это вот «не хочу». Не могу, не люблю все негативные эмоции, которые с этим связаны, потому что вы перестаете испытывать боль. Вы звоните своим родителям и получаете от этого удовольствие. Вы будете от этого кайфовать. Вы будете звонить просто потому, что вам кайфово это. И оказывается, что и время находится, и загруженность не такая уж большая. И поговорить с мамой оказывается приятно. И всегда находится на это время. А как вообще проводится аппаратная психотерапия? Я же сказал, это физиопроцедура. И от вас ничего не требуется. Все, что нужно, одеть наушники и продолжать заниматься своими делами. Все. То гудение, которое вы слышите в наушниках, это компьютерно созданный звук. И его задача восстановить нормальную проводимость нервных путей. Через достаточно короткое время вы заметите, что сначала ваша работоспособность увеличилась. Почему? Да потому что мозг начал поступать больше электричества, у вас появилось больше энергии. Постепенно вы заметите изменения в своих эмоциях. Но это чуть позже. Сначала работоспособность. И буквально через очень короткое время вы заметите, что а то, на что вы реагировали, чего вы боялись, чего вы не хотели, чего вы не любили, сначала это становится безразлично, а потом это стало приносить удовольствие. Вы говорите, да что за ерунда? Одел наушники, стал счастливым. Именно поэтому первые 5 суток после регистрации на сайте вы получаете бесплатно.
Все, что от вас требуется, это соблюдать инструкцию. Инструкция минимизирована, но тем не менее есть пункты, которые соблюдать обязательно. Без них ничего не получится. Без них аппаратная психотерапия аудиокатарсис вам не поможет. Тогда ищите свой способ наладить отношения со своими родителями. Проводите сеансы аппаратной психотерапии. Налаживайте свои отношения с вашими близкими людьми, самыми дорогими для вас людьми. Делайте так, чтобы звонок к ним был для вас счастьем. Будьте здоровы, будьте счастливы. Любите своих родителей.